Володя, я, к сожалению, не поделиться не мыслями, к сожалению, вернее, к счастью, наверное, а по поручению вице-губернатора Игоря Николаевича Алгина поприветствую вас на совместном семинаре с Балтийского технического университета. Санкт-Петербург по праву носит звание крупнейшего центра полярных исследований в Украине и судоходства. Наш город внес большой вклад в изучение освоения Арктики, создание передовых технологий, подготовку кадров для работы на северных территориях. Сегодня мы готовы поделиться опытом и оказать содействие северным регионам в разработке и реализации проектов развития арктической зоны, сохранении ее уникальной экологической системы. От правительства Санкт-Петербурга разрешите поблагодарить Генерального консула Норвегии в Санкт-Петербурге госпожу Олсен за организацию этой международной конференции, посвященной сотрудничеству России и Норвегии в области управления и развития северных территорий. Мы также благодарим норвежских коллег за содействие в области экологической безопасности. Надеемся на продолжение этого сотрудничества и налаживание обмена опытом по управлению особо охраняемых природных территорий и организации волонтерских экологических движений. Уверена, что мероприятие будет способствовать укреплению международного сотрудничества и расширению диалога между нашими странами. Желаю продуктивной работы всем участникам конференции. Спасибо большое.